Вот такой вот микрофон от компании FineFine, модель M6. Сегодня у нас будет на обзоре. Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам вот такую новинку, которая только недавно появилась на рынок. Это модель беспроводного петличного микрофончика для блогинга и не только. Модель M6. Поставляется она вот такой вот упаковочке. То есть все, что сейчас видите на своем экране, это стандартная комплектация этого микрофона. Упаковочка презентабельна, хорошо выглядит, все добротно презентабельно. Плотно упаковано, указано, что это модель M6 и даже адрес компании, конкретно где эта фирма находится. Идет такой чехольчик, это конечно не кожа, но очень в принципе неплохо сделано. Далее такая инструкция на английском языке. В принципе здесь все довольно понятно рассказано. Единственное, чего здесь не хватает, это модель аккумулятора, насколько аккумулятор в этом микрофоне, потому что здесь про него ничего не указано. Ну, сейчас посмотрим. Идет вот такой кабель зарядка Type-C, современный кабель зарядка. Кстати, он тоже брендированный. Здесь указано FineFine. И вот такой вот радиоприемник с самим микрофоном. Тоже брендировано. Здесь находится индикатор, который мигает. И микрофончик с такой вот защитой. Сам микрофон выглядит вот таким образом. Имеется одна кнопка включения-выключения и индикатор питания, который показывает, когда включено, когда заряжается. Так, давайте будем тестировать его. Попробуем потестировать на смартфоне, на компьютере и на TV-боксе. Послушайте, какой звук будет выдавать этот микрофон. Кстати, очень даже хорошо звучит. Сам микрофон имеет вот такую вот прищепочку, кстати. Хочу показать, она крутится тоже в любые стороны. С таким вот фиксирующим движением, то есть щелкает, как будто бы. Это очень хорошо, удобно. Стоимость этого микрофона в Китае сейчас стоит около 23-24 долларов. Но, в принципе, со скидками можно купить еще дешевле. Там за 21-22 примерно доллара. Это очень небольшая цена за такой, в принципе, очень даже качественный микрофон, могу сказать. Актуальную стоимость смотрите по ссылке под видео, как обычно. И можете следить за различными акциями. Как я уже сказал, этот микрофон имеет встроенный аккумулятор. Но, к сожалению, здесь не указано, сколько здесь мАч. Но хватает его примерно на 5-6 часов работы. Это очень даже хороший результат, я вам скажу. Подключается этот микрофон с помощью вот такого радиоприемника. Давайте это все сделаем. Подключим его к смартфону. Примерно возьмем смартфон, подключим. И сразу показывает вкладка USB. То есть его нужно подключать через вкладку USB. Для того, чтобы он заработал. Ну, она автоматически у меня подключается. То есть мне ничего не приходится делать. Подключаю его через воткнул. И можно сразу включить какой-то диктофон. И запишем наш звук на этот микрофон. Сейчас у меня звук идет на камеру, то есть на микрофон камеры встроенный. Но я сделаю вставку, где конкретно я говорю через этот микрофон отдельно. Я сейчас это сделаю. Но сначала давайте включим этот микрофон. То есть включаем кнопочкой, нажимаем и удерживаем. Появляется синий такой индикатор. Заработал. Когда мигает, он не сопряженный. Значит, когда просто светит синим, значит уже можно пользоваться. И давайте примерно теперь что-то говорить. Давайте включим включим запись. Вот теперь я говорю сейчас в микрофон, к примеру, около 5 сантиметров от микрофона. Теперь давайте около 20 сантиметров от лица сейчас говорю. Теперь давайте опять близко, около 5 сантиметров до микрофона. А теперь говорю прям в сам микрофон, то есть 1 сантиметр примерно от губы. Вот теперь я говорю сейчас в микрофон, к примеру, около 5 сантиметров от микрофона. Теперь давайте около 20 сантиметров от лица сейчас говорю. Теперь давайте опять близко, около 5 сантиметров до микрофона. А теперь говорю прям в сам микрофон, то есть 1 сантиметр примерно от губы. А также этот микрофон можно подключать к TV-боксу. Я покажу на примере TV-бокса AM7 от Yugos. Здесь имеется разъем Type-C, но как видите, здесь он так установлен, что этот радиоприемник сюда не поставишь. То есть сюда нужно использовать как минимум кабель-удлинитель. У меня в принципе есть, могу показать тоже. Ну или можно сделать вот таким вот способом. То есть можно купить вот такой переходник. Я ранее тоже показывал в других своих обзорах. Это на Type-C. Очень, кстати, хороший переходник, и можно включить на любой USB разъем, подключить этот приемник, подключили, мигающий, теперь, как видите, полностью загорелся, можно использовать. И давайте, к примеру, включу какую-то тоже программку на телевизоре, на TV-боксе точнее, простой диктофон, опять же, проверим, как он работает, запустим его, как он будет работать.
Я опять же прошла запись. Теперь могу говорить сейчас 5 сантиметров от лица. Держу его. Теперь опять же говорю сантиметров 20 перед камерой, получается, от лица. Опять 5 сантиметров до лица. И говорю в прямой микрофон. То есть, насколько какой звук, сами слушайте. Звук действительно неплохой получается, то есть довольно четкий. Сейчас этот кусочек опять же я вставлю отдельно. Пошла запись. Теперь могу говорить сейчас 5 сантиметров от лица. Держу его. Теперь опять же говорю сантиметров 20 перед камерой, получается, от лица. Опять 5 сантиметров до лица. И говорю в прямой микрофон. То есть, насколько какой звук, сами слушайте. Звук действительно неплохой получается, то есть довольно четкий. Ну и еще я только что подключил этот микрофон к компьютеру, то есть подключается он точно так же, как я подключал только что к TV-боксу. То есть у кого нет просто Type-C разъема, у кого есть Type-C разъем, то можно подключать по-другому. Или к ноутбуку, к примеру, у тех, у кого есть Type-C разъем, то есть можно подключать к ноутбуку тоже. Сейчас я говорю прямо в микрофон, то есть сразу записываю через приложение OBS, насколько работает микрофон. Микрофон сейчас у меня вот где-то 10 сантиметров от лица. То есть, как слышно, вы сейчас слышите. Кстати, по расстоянию, еще не сказал, расстояние между микрофоном и радиодатчиком, который идет в комплекте, в принципе, я замерял около 20 метров и спокойно еще работает без проблем. То есть, можно даже еще дальше отходить, но просто дальше не вижу смысла, потому что это, там уже в камеру даже вас не видно, просто это смысл какой так далеко отходить. Но расстояние, в принципе, еще работает. Хотя, если поворачиваться спиной, то тогда уже чуть поменьше работает. Если прямо, в принципе, говорить в камеру, то есть никакого преграды, в принципе, нет между радиодатчиком и микрофоном, то может еще даже и 30, и даже дальше, наверное, метров быть расстояние. Так что нормально работает. Итак, если коротко подвести итоги, то это суперский микрофон за очень небольшие деньги, который может записывать очень хороший звук, который может соревноваться с более дорогими моделями просто легко. Реально, качество записи звука просто на высоте. Давайте еще покажу два момента, которые я пропустил, к сожалению. Вы имеете вот такой вот радиопередатчик. Я здесь показал, что здесь имеется Type-C разъем папа для подключения к смартфону, планшету там или ноутбуку, к примеру. Но я не показал, что здесь еще имеется Type-C разъем мама. То есть для чего он нужен? Здесь нет аккумулятора. Этот разъем для того, чтобы просто такой проброс зарядного устройства. К примеру, вы подключаете к смартфону. Давайте подключу. И у вас где-то смартфон садится. Но вы хотите заряжать одновременно, потому что этот разъем все-таки занятый. Вы можете подключить его с этой стороны. И при этом смартфон заряжается. И даже быстрой зарядкой. То есть все пропускает как нормально, как положено. При этом записывать звук. Еще такой момент. Когда вы подключили вот этот радиопередатчик к смартфону, там, или планшету, или компьютеру, то есть, в принципе, любому устройству, и записываете на этот микрофон запись, то пока вы не вымете вот этот радиопередатчик, вы не будете слышать звука оригинала, то есть вы не сможете услышать то, что записали, например. Также здесь кнопочка включения-выключения. Если долго нажать и удерживать несколько секунд, то микрофон включается-выключается. А если коротко, к примеру, при включенном микрофоне, он просто выключает звук и включает. То есть просто коротко нажали, он выключился и вас не записывает, при этом работает. И еще раз нажали коротко, дальше продолжает записывать. Вот такие возможности такого микрофона, которые точно могу рекомендовать. Я надеюсь, этим видео кому-то помог с выбором. На этом тогда с вами будем прощаться. До скорых встреч, подписывайтесь. Как обычно, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось видео, ставьте пальцы вниз. Пока!